Угу. Да, спасибо большое. Четырехмерная кубика. Значит, давайте я вначале напомню, что это такое и почему это интересно. А потом уже всякие содержательные вещи буду рассказывать. Значит, по определению это понятно, что. Значит, четырехмерная кубика — это гиперповерхность степени 3 в P5. Значит, давайте сегодня будем в основном про комплексные проективные пространства и про комплексные многообразия говорить. Значит, мы рассматриваем просто пятимерное комплексное проективное пространство и рассматриваем однородный многочлен степени 3 от 6 переменных, которые можно рассматривать как однородные координаты на этом проективном пространстве, и рассматриваем просто множество нулей. Да, значит, вот x. Значит, снизу я буду обозначать степень, а сверху размерность. Четырехмерная кубика это задается одним уравнением f равно нулю в P5, где степень этого уравнения равна троечке. Да, то есть с точки зрения определения это очень простой и такой совершенно базовый объект алгебраической геометрии. Вот. Ну, значит, про это многообразие можно задавать много разных вопросов. Ну, давайте мы начнем с такого вопроса, который называется рациональность. Значит, рациональность. Значит, давайте я напомню, что это такое. Значит, пусть у нас есть какое-то алгебраическое многообразие, тогда оно называется рациональным, говорят, что оно рационально, если выполнено следующее свойство. Значит, если существует открытое подмножество, в X, открытая в топологии Зарисского, и открытое подмножество в проективном пространстве той же размерности, тоже открытое, которые изоморфны, как алгебраические многообразия. То есть, иначе говоря, многообразие рационально, если оно в качестве открытого подмножества содержит открытое подмножество проективного пространства. Да, значит, вот как бы с точки зрения, скажем, дифференциальной геометрии, это определение выглядит довольно странным, потому что, условно говоря, если такое же определение дать для гладких многообразий, оно будет просто более-менее пустым, да, потому что любое гладкое многообразие содержит достаточно маленький шарик, который также может быть вложен в проективное пространство или в любое другое алгебраическое, в любое другое гладкое многообразие. То есть как бы гладкие многообразия, они с точки зрения локальной структуры устроены совершенно примитивно. Локально все многообразия выглядят одинаково. Но в алгебраической геометрии это уже совершенно не так. Значит, очень скоро мы увидим пример многообразия, которое не является рациональным, то есть ни у какой его точки, сколь угодно маленькую окрестность, если мы возьмем, она все равно не будет никакой возможности вложить ее в качестве открытого подмножества в проективное пространство. Вот. Поэтому это интересный вопрос. Если у вас есть какое-то многообразие, то, вообще говоря, это интересный и сложный вопрос выяснить, рационально это многообразие или нерационально. Смысл этого понятия, он тоже довольно естественный, потому что что означает, что многообразие рационально? Это означает, что большую часть этого
под многообразие можно задать просто каким-то набором чисел. Да? То есть на открытом подмножестве можно ввести хорошие координаты. Как бы с такой, с наивной точки зрения, рациональность означает наличие хороших координат на открытом подмножестве вашего многообразия. Естественно, это очень хорошая вещь, потому что, ну, как правило, многообразие в алгебраической геометрии возникают как там, ну, по сути, это решение каких-то систем уравнений. Если ваше многообразие рационально, это означает, что вы можете задать хорошую параметризацию у решений ваших уравнений. Это для многих вопросов очень полезно. Вот, поэтому как бы с разных точек зрения это вопрос довольно естественный. Значит, вот это понятие рациональности, ну и есть его небольшое обобщение, понятие бирациональной эквивалентности. Значит, многообразие x и y называются бирационально эквивалентными, или бирациональными, или бирационально изоморфными, если в них существуют открытые подмножества, которые изоморфны. Да? Значит, в этом смысле многообразие рационально, если оно бирационально изоморфно проективному пространству. Вот, значит, соответственно, чуть более общий вопрос, чем вопрос о рациональности, это вопрос бирациональной классификации многообразий. Да, то есть, если у вас есть два многообразия, то интересно понять, они бирациональны или не бирациональны. Вот, значит, давайте вначале я скажу несколько слов, что вообще про эти понятия известно. Ну, значит, что происходит, во-первых, в малых размерностях? Значит, пусть размерность равна единице. Да, ну, значит, давайте сразу заметим такие две вещи. Во-первых, если у вас есть алгебраическое многообразие, то его всегда можно компактифицировать. Значит, соответственно, при этом, если вы замените многообразие на его компактификацию, то бирациональный класс от этого не поменяется, потому что само многообразие является открытым подмножеством своей компактификации, и таким образом ей бирационально эквивалентно. Поэтому в этом смысле, если нас интересует бирациональная классификация многообразий, то достаточно рассматривать компактные многообразия, ну и мы, соответственно, будем рассматривать только проективные многообразия в этом смысле. То есть многообразия, которые вкладываются в проективное пространство и задаются там системами полиномиальных уравнений. Вот. Это первый момент. Второй момент состоит в том, что в алгебраической геометрии, в характеристике 0, у любого многообразия можно разрешать особенности. Есть общая теорема о разрешении особенностей, которая говорит, что если у вас есть произвольное, особое проективное многообразие, вы можете сделать последовательность простых операций, которые называются раздутиями, с гладкими центрами даже, если хочется, так что в результате вы получите многообразие бирациональное исходному. Вы его поменяете, на самом деле, только в тех точках, где оно особое. Но так, что в результате у вас получится гладкое многообразие. Поэтому с самого начала можно любое многообразие заменить на разрешение особенностей его компактификации. И таким образом речь будет идти только о гладких проективных многообразиях. Значит, давайте всегда будем рассматривать только гладкие проективные многообразие. Значит, еще раз, как бы само понятие рациональности и бирациональности, оно определено для гораздо более широкого класса многообразий, но вопрос эквивалентен вопросу про гладкие проективные многообразия. Значит, что можно сказать про бирациональную классификацию гладких проективных многообразий в размерности 1? Значит, в этом случае ситуация предельно простая. На самом деле, если у вас два многообразия бирационально эквивалентны, то тогда они просто изоморфны. Это очень
простое утверждение, и значит, оно говорит, что в размерности 1 биорациональная классификация ничем не отличается от классификации с точностью до изоморфизма. Значит, что происходит в размерности 2? В размерности 2 ситуация тоже не очень сложная, хотя чуточку более интересна уже. Значит, тут можно доказать такую теорему. Значит, если x биорационально y, то тогда существует такая диаграмма. Значит, можно стартовать с x и дальше написать последовательность простых операций, которые называются раздутиями, как я уже говорил. Получится какое-то новое многообразие xk. С другой стороны, можно начать с y и тоже написать последовательность гладких раздутий. Ну, на самом деле, даже раздутий просто с центрами в точках. Получить какое-то многообразие ym. И так, что эти два многообразия будут изоморфные. Значит, все стрелочки здесь — раздутие точек. Раздутие точки — это такая простая алгеброгеометрическая операция, когда вы имеете точку на многообразии, эту точку вырезаете, а вместо точки вклеиваете проективизацию касательного пространства к этой точке. То есть геометрически можно себе представлять просто как вот вы делаете прокол, а потом надуваете туда немного воздуха, и вот вместо точки у вас получается такая дырочка уже маленького размера, и граница этой дырочки, она, ну вот на этой картинке она окружность, но с геометрической точки зрения это окружность, это проективная прямая, то есть проективизация касательного пространства к этой точке. Значит, вот аналогично можно поступать с многообразиями любой размерности, и более того, в качестве центра раздутия можно брать не точки, а любые другие подмногообразия. Тогда, если у вас какое-то подмногообразие здесь есть, вы точно так же его вырезаете, а вклеивается у вас такая проективизация трубчатой окрестности этого многообразия, которая с геометрической точки зрения является проективизацией нормального расслоения к этому подмногообразию. Вот. Значит, есть вот такая важная операция раздутия в геометрии, и в размерности 2 известно, что если у вас есть два многообразия, которые биорациональны, то они отличаются на последовательность раздутий и стягиваний. И вот такая диаграмма, которая здесь нарисована, называется сильной факторизацией для биорационального изоморфизма. Сильная факторизация. По-английски strong factorization. Вот. Хорошо. Значит, это первое, что известно в размерности 2. Ну и второй, тоже такой важный момент. Можно еще по-другому характеризовать. Ну или, впрочем, давайте я не буду про это говорить для ясности. Вот. Хорошо. Значит, что происходит в старших размерностях? Значит, если размерность больше или равна тройке, значит, тогда уже такой хорошей картинки нет. Значит, теоремы о сильной факторизации нет, хотя и контрпримеров к ней тоже нет. Это вопрос непонятный, насколько любой биорациональный изоморфизм допускает сильную факторизацию. Но есть более слабое утверждение, которого, тем не менее, во многих ситуациях достаточно, которая называется теоремой о слабой факторизации. Теорема о слабой факторизации. Она говорит следующее. Значит, опять же, если у вас есть биорациональный изоморфизм между двумя многообразиями, то можно вот такую диаграмму построить. X равно x0, x1, x2.
x, 2n равно y. Значит, и опять, а здесь 2m. Все стрелки, опять же, гладкие раздутия. С гладкими центрами. Значит, в чем отличие? Отличие в том, что в сильной факторизации мы вначале делаем все раздутия, а потом делаем все стягивания. А в слабой факторизации мы чередуем раздутие и стягивание. Значит, вот есть... Здесь число стрелок справа и влево одинаковое, да? В принципе, никто не утверждает, что все эти стрелки существенны, да. Как бы некоторые из них могут быть изоморфизмами. Как бы важно, что в этом случае мы можем разделить раздутие и стягивание, а в общем случае, по крайней мере, никто не умеет такого доказывать. Но что умеет доказывать, то, что можно, чередуя раздутие и стягивание, перейти от одного многообразия к другому. Вот. Ну и на самом деле сильная факторизация, она, конечно, намного удобнее, но слабая факторизация тоже вещь полезная. Вот. Это такие как бы общие сведения про бирациональную классификацию. Теперь, что можно сказать для гиперповерхностей? Давайте несколько слов. Что можно сказать про, скажем, рациональность разных гиперповерхностей? Но опять же, давайте вначале рассмотрим простейшие случаи. Значит, вот пусть у нас есть гиперповерхность степени d размерности n в n плюс одномерном пространстве. Значит, ну, простейший случай, естественно, это когда степень равна единице. Значит, что можно сказать про рациональность гиперповерхности степени 1? Ну, собственно, вопрос очевидный, да, потому что гиперповерхность степени 1, она задается одним линейным уравнением, тем самым она является гиперплоскостью, и тем самым она сама изоморфна проективному пространству размерности n, да, и в частности рациональна. То есть тут, собственно, и говорить нечего. А следующий случай уже более интересный, хотя тоже не слишком интересный. Значит, что можно сказать про гиперповерхность степени 2? Значит, гиперповерхность степени 2 — это квадрика. Значит, на самом деле, если речь идет о комплексной квадрике, если у нас основное поле, над которым мы работаем, это поле комплексных чисел, ну или, в общем-то, достаточно, чтобы это было алгебраически замкнутое поле характеристики больше, чем 2, то тогда такая гиперповерхность тоже рациональна. Увидеть это довольно просто. Значит, если поле алгебраически замкнутое, то на такой гиперповерхности всегда найдется хотя бы одна точка. Да? Значит, вот у вас есть квадратичное уравнение от большого числа переменных. Ну и понятно, что хотя бы одно комплексное решение у него есть. Вот. И, значит, как только вы нашли точку на вашей гиперповерхности, вы можете рассмотреть то, что называется линейную проекцию из этой точки. Значит, вот картинка такая. Вот у нас есть это n плюс одномерное проективное пространство. Вот в нем есть ваша гиперповерхность x, и вот есть точка на этой гиперповерхности. Значит, можно рассмотреть линейную проекцию из этой точки. Это будет отображение на n-мерное проективное пространство. Значит, это отображение не будет определено в самой точке P, естественно, да, потому что любую точку, кроме P, вы можете спроектировать, но сам центр проекции никуда не переходит при этом отображение. Поэтому отображение, которое вы получаете, оно определено не везде, оно является рациональным отображением. Но, тем не менее, его можно рассмотреть. И если ваша x является квадрикой, то
Если вы проведете через вашу фиксированную точку прямую, то общая прямая в скольких точках будет эту квадрику пересекать? Ну, понятно, чтобы найти точки пересечения вот этой квадрики с прямой, нужно просто уравнение квадрики ограничить на вашу прямую. Получится однородный многочлен степени 2 от двух переменных. И такой многочлен либо тождественно равен нулю, либо имеет ровно два решения с учетом кратностей. Значит, поэтому для общей прямой он будет иметь ровно два разных решения. Одно решение будет точка P, поскольку у нас по определению точка P лежит на квадрике. Значит, будет ровно одна еще точка помимо P на этой прямой. И это как раз означает, что если вот эту проекцию ограничить на x, то это будет биррациональный изоморфизм. Да? Значит, вот у нас есть линейная проекция из Pn плюс 1 в Pn, у которой вообще-то слои это на самом деле афинные прямые. Но если ограничить на квадрику, то это будет биррациональный изоморфизм. Ну и, соответственно, над полем комплексных чисел любая гладкая квадрика рациональна. А в общем случае для произвольного поля рациональность квадрики, давайте я это напишу, она равносильна тому, что существует точка на этой квадрике, потому что как только есть точка, можно провести вот эту конструкцию с проекцией. Ну и можно даже более слабое условие написать, что существует 0 цикл нечетной степени. Значит, ну, давайте я не буду объяснять это последнее условие. Для тех, кто знает, что это такое, оно будет понятно. Ну, а в общем-то, оно нам не очень будет даже важно. Собственно, существенная вещь — это то, что для квадрик условие рациональности, оно, в общем-то, довольно понятно, и над полем комплексных чисел оно тривиальное. Значит, следующий вопрос — это гиперповерхности степени 3. Что можно сказать про рациональность гиперповерхности степени 3? Значит, здесь ситуация, конечно, намного сложнее уже, чем с квадриками. И ответ, на самом деле, существенным образом зависит от размерности. Значит, поэтому давайте посмотрим, что происходит для разных значений размерности. Значит, опять же, давайте пойдем от малого к большому. Значит, пусть у нас одномерная кубическая гиперповерхность, то есть кубическая кривая на проективной плоскости. Значит, в этом случае хорошо известно, что x нерационально. И вот это простейший пример нерационального многообразия. А как, собственно, можно это доказать? Ну, понятно, что если рациональность многообразия можно доказывать с помощью явных вот таких изоморфизмов, как мы видели в случае с квадрикой, какие-то проекции рассматривать, еще что-нибудь в этом духе, то для проверки нерациональности полезно использовать биррациональные инварианты. Да, значит, вот если вы можете построить какой-то, скажем, численный или, может быть, более сложной природы инвариант многообразия, который не зависит, который не меняется при биррациональных преобразованиях, то если вы его к тому же можете вычислить на вашем многообразии и на проективном пространстве и можете сравнить, то таким образом вы можете доказать нерациональность многообразия. И в этом случае работает такой простейший биррациональный инвариант, как, скажем, когмология структурного пучка. Значит, или можно рассмотреть вместо них, наоборот, глобальное сечение пучка дифференциальных форм. Значит, вот и то, и другое является биррациональными инвариантами.
Вот. Значит, как проверяется, что это являются иррациональными инвариантами? Ну, естественно, есть разные способы, но простейший способ – это воспользоваться теоремой о слабой факторизации. Да? Значит, согласно теореме о слабой факторизации, если вы хотите проверить, что что-то является иррациональным инвариантом, достаточно проверить, что при раздутии с гладким центром ваш инвариант не меняется. Ну и то, что и то, и другое не меняется при гладких раздутиях, это, в общем, достаточно простое вычисление, которое давайте я опущу. Вот. На самом деле, конечно, то, что вот эти векторные пространства являются иррациональными инвариантами, было известно намного раньше, чем появилась теорема о слабой факторизации. Это можно и чуть более сложными способами доказывать, не использующими эту теорему. Ну, конечно, с теоремой проще. Или посмотреть на смешанную структуру Ходжа. Ну, безусловно. Нет, значит, если есть просто какое-то иррациональное преобразование, да, тут нужно уметь их сравнивать. Правильно? Ну вот простейший способ их сравнивать — это пользоваться теоремой. Так, а если тут просто определение будет, если на структуру Ходжа смотреть, Китин написать? Для чего написать? А, в смысле... У них есть общее с проективным пространством. Да, я понял, да. Да, наверное, можно так, да. Но я не уверен, что использование смешанных структур Ходжа упрощает жизнь. Нет, ну кому-то нравится. Ну, это да, но... А вообще, как бы алгебраическая геометрия устроена так, что как бы самый приятный мир, которым можно пользоваться, это гладкие проективные многообразия. Ну, наверное, аффинные многообразия имеют свои преимущества, в том смысле, что ну, как бы это более алгебраический объект. Но во многих смыслах с ними сложнее иметь дело. Мне кажется, что если можно что-то доказать, не выходя за рамки гладких проективных многообразий, это очень хороший знак. Ну, может быть, я не прав. Это, возможно, вопрос вкуса, действительно, до некоторой степени. Я люблю гладкие проективные многообразия. Это не означает, что все их любят. Вот. Ну, короче говоря, так или иначе, несложно проверить, что вот эти векторные пространства, ну, а стало быть, и их размерности, являются иррациональными инвариантами. И... опять же, легко посчитать, что первые когмологии структурного пучка на кубической кривой нетривиальны. В то время как первые когмологии структурного пучка на P1 тривиальны. Поэтому эти иррациональные инварианты отличают кубическую кривую от проективной прямой. Значит, это доказывает, что гладкая кубическая кривая нерациональна. Но, опять же, может быть полезно заметить, что если рассмотреть особую кубическую кривую, то она уже становится рациональной. Так что вопрос гладкости или негладкости здесь довольно существенный. А именно, если у вас есть особая кубическая кривая, вы можете рассмотреть ее особую точку и рассмотреть проекцию из этой особой точки. И более-менее то же самое рассуждение, что и с квадрикой, показывает, что это отображение проекции из этой точки будет иррациональным отображением на P1. Почему? Ну, потому что вот эта точка особая, это означает, что с каждой прямой она пересекается в этой точке с кратностью 2, а поскольку у кубического многочлена на прямой есть ровно 3 корня, то поскольку вот этот уже дает кратность 2, то есть еще один корень, который входит с кратностью 1. И поэтому отображение иррационально. Вот, поэтому, значит, с кривыми все просто. Значит, следующий случай — это случай размерности. Да, для кривых теорема о слабой факторизации, она сводится просто к тому, что иррациональные эквивалентные кривые замотаны, да? Да, правильно, значит, мне стоило про это сказать. Собственно, вот и в теореме о слабой, и в теореме о сильной факторизации у нас фигурируют раздутия с гладкими центрами. И, значит, как мы обсуждали, когда, если мы раздуваем какое-то подмногообразие, то вместо этого подмногообразия вклеивается проективизация его нормального расслоения.
Теперь что будет, если мы раздуем под многообразие в кривой? Значит, в кривой под многообразиями бывают только точки. Что получается, если раздуть точку на кривой? Значит, вместо этой точки должна вклеиться проективизация ее касательного пространства. Касательное пространство к точке на кривой одномерно. Его проективизация — это опять точка. То есть раздутие точки на кривой, на самом деле, это операция, которая не меняет ничего. Это тождественный морфизм. И то же самое верно для раздутия под многообразие коразмерности 1 на любом многообразии. Если вы раздуваете что-то коразмерности 1, то у вас многообразие на самом деле не меняется. Ровно по этой причине, на самом деле, если x и y кривые, то все отображения в этой картинке являются изоморфизмами. И ровно поэтому, то есть вот, вот это утверждение про кривые, которое здесь написано, ну, можно считать, что это простейшее следствие тоже теорема о слабой факторизации. Но на самом деле, опять же, оно гораздо проще, чем эта теорема. Его можно... насколько я понимаю, неизвестно. По-моему, контрпримеров не существует, но доказательства также нет. Вопрос, видимо, сложный. На самом деле, доказательство слабой факторизации, оно тоже такое... Оно не то чтобы очень давно было получено, и не сказать, чтобы оно простое. Довольно хитрая теорема. Вот мне кажется, что с Мишиной хочешь попроще будет. Нет. Нет, значит, тут вопрос, как бы, до какой степени вы хотите доказательство раскрутить так, чтобы оно стало, опиралось только на элементарные факты. Это, я не уверен, что так уж просто сравнивать, да? Как бы в любом случае вы используете какие-то теоремы общие, да? И я не уверен, что теоремы, которые используются в теории Ходжи, они принципиально проще. Хотя, может быть, не знаю. В любом случае, ну, в каком-то смысле это немножко разные подходы, да? В одном случае это такой скорее топологический подход, в другом случае такой чисто геометрический подход. Ну, не знаю. Нет. Ну, с теорией Ходжи это скорее топологический подход, я бы сказал. Ну, почему? Ну, я не хочу делать утверждения на этот счет. Это... вот, хорошо. Да, значит, таким образом, в размерности 1 кубическая кривая всегда не рациональна. А что происходит в размерности 2? Значит, в размерности 2, наоборот, любая кубическая поверхность, по крайней мере над полем С, если она гладкая, то она рациональна. Давайте напишу над С. Значит, почему это так? Ну, значит, тут можно, как водится, явную конструкцию привести. Значит, простейшая конструкция, давайте я скажу, как она устроена, она делается в два шага. Значит, первый шаг связан с тем, что на кубической поверхности всегда существуют прямые. Значит, на x есть прямые. Причем не одна, а целых 27 штук. Значит, на любой гладкой кубической поверхности над полем комплексных чисел есть ровно 27 прямых. И более того, среди этих прямых всегда найдутся две прямые, которые друг с другом не пересекаются. То есть с точки зрения школьной геометрии это скрещивающиеся прямые. Значит, всегда можно найти скрещивающиеся прямые на кубической гиперповерхности. И теперь можно устроить такое отображение из x в произведении вот этих двух прямых. А произведение двух прямых — это все равно, что P1 на P1. А P1 на P1 — это, конечно, рациональное многообразие, потому что оно содержит, например, A1 помножить на A1, то есть A2. Значит, как же построить это
отображение. Значит, построить его довольно просто. Это, опять же, теорема, которую учат на уроках геометрии в средней школе. Давайте возьмем какую-то точку. Значит, все это у нас лежит в трехмерном проективном пространстве. Давайте возьмем какую-нибудь точку в этом проективном пространстве. Тогда, если эта точка не лежит на прямых L1 и L2, то найдется ровно одна прямая, проходящая через эту точку и пересекающая прямые L1 и L2. Знаете, это вот теорема из курса стереометрии, что если у вас в пространстве есть две скрещивающихся прямые и точки, и одна точка, то можно провести прямую через эту точку, которая эти две пересекать будет. Правда, в курсе стереометрии нужно потребовать чуть более строгие условия на точку. Она не только на прямых не должна лежать, но она также не должна лежать на плоскости, проходящей через одну прямую и параллельной другой прямой. Если перейти от обычных афинных пространств к проективным, то вот это лишнее условие пропадает. Значит, на самом деле, через любую точку, не лежащую на L1 и L2, можно провести такую единственную прямую. И это, на самом деле, задает отображение из P3 без L1, объединенное с L2, в L1 помножить на L2. А именно каждой точке можно сопоставить точки пересечения вот этой единственной прямой с L1 и L2. Значит, есть вот такое отображение. Ну и если его ограничить на x, на самом деле оно становится регулярным просто отображением из x в это произведение. И более того, это отображение при ограничении на x становится биррациональным. Почему? Потому что, опять же, вот у нас x — это какая-то там кубическая поверхность, которая проходит через две наших прямые. Поэтому если мы возьмем какую-то пару точек P1 и P2 на наших прямых, мы можем провести прямую через эти две точки и посмотреть, в каких точках она пересекается с нашей гиперповерхностью. Для этого уравнения гиперповерхности надо будет ограничить на прямую. Оно будет иметь три корня. И, соответственно, один корень будет P1, потому что наша прямая L1 лежала в x. Другой корень будет P2, потому что прямая L2 лежала в x. Соответственно, третий корень будет единственной дополнительной точкой на x, которая лежит в параобразе. И вот это как раз доказывает биррациональность этого отображения. На самом деле, вот это отображение, которое здесь построено, оно является раздутием пяти точек на P1 на P1. Значит, на самом деле, это раздутие пяти точек. Но это, собственно, нам не важно. А важно то, что оно задает биррациональный изоморфизм между x и p1 на p1 и тем самым доказывает рациональность x. Значит, что происходит дальше? В p1 на p1. Обычно более известно представление кубической поверхности в качестве плоскости, раздутой в шести точках. Но на самом деле одно равносильно другому, потому что если раздуть две точки, а потом стянуть прямую, которая через них проходила, то получится как раз P1 на P1. Соответственно, раздуть шесть точек на плоскости — это все равно, что раздуть одну точку на P1 на P1, а потом еще четыре точки. Поэтому это то же самое, что раздуть пять точек на P1 на P1. Просто вот такое отображение в P1 на P1, оно строится достаточно простой конструкцией, а отображение в P2, оно строится более хитро. Его тоже можно построить, но тут... Вот это отображение, оно регулярное, да? Да. Ну, вообще-то, вот как видно отсюда, в P3 оно не определено на множестве вот этих двух прямых. Это означает, что, априори на x оно тоже не определено на объединение этих двух прямых. И чтобы его сделать регулярным, нужно эти прямые раздуть. Но поскольку прямые на поверхности являются дивизорами, раздутие ничего не меняет. И реально это означает, что вот это априори определенное вне прямых отображение, оно однозначно продолжается в том числе на эти прямые и становится даже регулярным.
Но опять же, это на самом деле не важно. Даже если бы оно не было регулярным, все равно бы это доказывало рациональность трехмерной кубики. А, двумерной кубики. Да. Значит, следующий случай — это размерность 3. И, значит, вот если случай размерности 1 и случай размерности 2 были известны давным-давно, еще там древним классикам науки, то случай размерности 3 был понят, ну, так, относительно недавно. Значит, случай трехмерной кубики, эту задачу решили Клеменс и Гриффитс. В 1972 году. Ну, то есть, так, конечно, слово «недавно» тут, может быть, относительно можно сформулировать. Я не знаю, есть ли в этой аудитории люди, которые уже родились в 1972 году. Я, например, еще не родился на тот момент, но, тем не менее... Ну, это, я думаю, 19 век, а может даже и 18, я не знаю. Ну, то есть это очень... То, что в 19 веке это знали, это 100%. Я не удивлюсь, если и в 18 веке это знали. Не уверен, что это было известно Кардана или кому-нибудь из таких классиков, но то, что чуть позже это уже знали, это факт. А, значит, вот... Случай трехмерной кубики, он был в свое время очень интересным по следующей причине, что, например, в размерности 1 и 2 имеется так называемая теорема Люрота, которая говорит, что если у вас есть многообразие, на которое вы можете доминантно, ну, то есть сюрреактивно, как бы в общей точке отобразить проективное пространство, то ваше многообразие тоже рационально. Например, если вы на кривую можете нетривиально отобразить P1, то ваша кривая автоматически рациональна. И то же самое верно для поверхностей, по крайней мере, над полем C. И, соответственно, был вопрос, верно ли это в большей размерности, верно ли, например, это в размерности 3. И до 1972 года не было известно ответа на этот вопрос. А интересно, что, грубо говоря, в 1972 году появилось сразу три ответа на этот вопрос, три совершенно разных. Значит, один ответ... Не в том смысле разных, что один положительный, другой отрицательный, а третий... Да, какой-нибудь в таком духе. А в том смысле, что появилось три совершенно разных контрпримера к этому свойству. То есть было предъявлено три совершенно разных унирациональных многообразия, вот многообразие, на которые доминантно отображается проективное пространство, называется унирациональными, было предъявлено три совершенно разных унирациональных многообразия, про которые тремя совершенно разными способами было доказано, что они нерациональны. Значит, один пример — это пример Клеменса Гриффитса, и про него я сейчас скажу, это вот трехмерные кубики как раз. Другой пример — это Исковских-Манин, это гиперповерхность степени 4, наоборот. Там совершенно другой способ был. Там в качестве бирационального инварианта рассматривалась группа бирациональных автоморфизмов. Значит, дело в том, что у проективного пространства бирациональных автоморфизмов очень много. Значит, Исковских и Манин доказали, что у гиперповерхности степени 4 бирациональных автоморфизмов очень мало. Поэтому она не может быть рациональной. А третий пример — это был пример Артина и Мамфорда, которые в качестве бирационального инварианта предложили группу Брауэра многообразия. И они построили пример унирационального многообразия с нетривиальной группой Брауэра. Это тоже очень интересный пример. Вот. Значит, давайте я скажу, на чем основан метод Клеменса-Гриффитса. Значит, он... тоже основан на построении бирационального инварианта. Бирациональный инвариант — это так называемый компонента Клеменса-Гриффитса в промежуточном якобиане. Значит, во-первых, можно определить то, что называется... Да, значит, давайте вообще начнем с какого-то гладкого проективного многообразия и предположим, что вот
бирациональные инварианты вот такого типа, простейшие, которые, с которыми мы сталкивались раньше, допустим, они все зануляются. То есть, допустим, что h больше нуля от x в x и равно нулю. Тогда, значит, можно такому многообразию сопоставить следующее обобщение якобиана, которое называется средним или промежуточным якобианом. Да, и пусть многообразие трехмерно. Это довольно существенно в этой ситуации. Значит, определим промежуточный якобиан следующим способом. Давайте возьмем группу Ходжа H1, 2 от X, то есть вторые когомологии с коэффициентами в дифференциальных 1 формах на X. Значит, вообще рассмотрим третьи когомологии нашего многообразия с комплексными коэффициентами. Значит, согласно теории Ходжа, они разложатся в сумму четырех слагаемых H0,3, H1,2, H2,1 и H3,0. Значит, в силу вот этого условия два из этих слагаемых H0,3 и H3,0 окажутся нулевыми. Поэтому останется только два слагаемых H1,2 и H2,1. Соответственно, мы можем взять третьи когомологии с целочисленными коэффициентами у нашего многообразия. Они лежат в прямой сумме этих двух слагаемых, и можно вдоль одного слагаемого спроектировать их в другое слагаемое. Тогда вот в этом комплексном пространстве появится решетка ранга равного удвоенной размерности этого комплексного пространства, и, соответственно, фактор будет комплексным тором. Это, значит, такой фактор является комплексным тором. И более того, значит, при вот этих условиях, что размерность равна тройке и старших когомологий у структурного пучка нет, это является то, что называется главнополяризованным абелевым многообразием. Давайте, абелевое многообразие с главной поляризацией. По-английски principally polarized. Вот. Значит, сам по себе вот этот промежуточный якобиан, давайте я напишу, что это называется промежуточный якобиан, сам по себе он не является бирациональным инвариантом. Но если его чуть-чуть подправить, и мы это сейчас сделаем, то он... Может, его уже какой-нибудь цифркой померить? Почему? G3, нет? Ну, можно. Но поскольку для трехмерного многообразия никакого другого якобиана нет, то не очень понятно, зачем его помечать отдельной цифрой. Надо? Нет, я могу, но я не уверен, что это имеет смысл. Да, кто как обозначает. Иногда пишут троечку, иногда не пишут. Ну, на самом деле то же самое можно определить и в больших размерностях. Для многообразия там нечетной размерности можно определить средний якобиан. Но, значит, если вы хотите, чтобы он был именно абелевым многообразием с главной поляризацией, то такое... Кроме как в размерности 3, почти никогда такого не бывает. Бывают редкие случаи, но очень редкие. А в размерности 3 это как раз наоборот. При условии зануления вот этих инвариантов это всегда выполнено. Значит, чтобы проверить, насколько это является бирациональным инвариантом, естественно, нужно посмотреть, как этот промежуточный якобиан меняется при раздутиях. Да? Значит, поскольку... Согласно теореме о слабой факторизации, мы знаем, что любое бирациональное преобразование — это композиция раздутий с гладкими центрами, то важно понимать, как промежуточный якобиан при таких раздутиях меняется. Ну и, собственно, это посчитать совершенно несложно. Значит, если у нас многообразие размерности 3, то что мы можем на нем раздувать? Мы можем раздувать нульмерные подмногообразия, то есть по существу точки. Можем раздувать одномерные подмногообразия, то есть кривые. Ну, а двумерные подмногообразия уже можем не раздувать, потому что раздутие двумерного подмногообразия на трехмерном — это тривиальная операция. Значит, что происходит при таких раздутиях?
Если мы раздуем точку, тогда легко увидеть, что вот эти группы Ходжа и вот эти когомологии никак не поменяются. Поэтому при раздутиях точек промежуточный якобиан не меняется. Это простое вычисление. Второе, что мы можем делать, это мы можем раздувать кривые. Значит, в этой ситуации, опять же, легко посчитать, что происходит. В этой ситуации к h1,2 от x добавляется в качестве прямого слагаемого h0,1 от c, а к h3 от x с целыми коэффициентами добавляется в качестве прямого слагаемого h1 от c с целыми коэффициентами. И, соответственно, вот этот промежуточный якобиан становится произведением промежуточного якобиана x и обычного якобиана кривой, которую вы раздуваете. И причем вот это разложение в произведении, оно согласовано с главной поляризацией. Вот. Значит, как поляризованных многообразий не может быть. Потому что поляризация, она как раз задает разложение. Вот. Значит, соответственно, еще раз, это сразу показывает, что сам промежуточный якобиан не является берциональным инвариантом. Однако берциональный инвариант легко построить, если воспользоваться следующей теоремой. Теорема говорит о том, что категория абелевых многообразий с главной поляризацией полупроста. То есть на самом деле всякое абелевое многообразие с главной поляризацией однозначно раскладывается в произведение простых. Значит, в частности, промежуточный якобиан любого трехмерного многообразия однозначно раскладывается в произведение простых главных поляризованных многообразий. И можно определить компоненту Клеменса-Гриффитса X следующим образом. Взять просто произведение тех компонент, которые сами по себе не изоморфны якобианом кривых. Берем только те, которые не изоморфны якобианом каких-либо кривых. Да? То есть берем разложение, выкидываем из него все сомножители, которые изоморфны якобианом кривых. То, что осталось, является берциональным инвариантом. Ровно по этой причине, что раздутие точек заведомо его не меняет, раздутие кривых добавляют один такой сомножитель, который мы тут же отбрасываем, согласно этой процедуре. Значит, тем самым, давайте я напишу это как следствие, что компонента Клеменса-Гриффитса — берциональный инвариант. И для трехмерной кубики его можно явно посчитать. Значит, вообще промежуточный якобиан для трехмерной кубики пятимерный. И можно проверить, во-первых, что он простой, как главное поляризованное абелевое многообразие. Он никак в произведение не раскладывается. И можно проверить, что он не является якобианом кривой рода 5. Доказывается это путем рассмотрения особенностей тета-дивизора. Значит, на каждом главном поляризованном многообразии есть некоторый специальный дивизор, называется тета-дивизор. И дело в том, что у якобианов кривых тета-дивизор имеет особенности в довольно маленькой коразмерности. А для кубики можно все изучить и увидеть, что коразмерность особенности равна 4, и поэтому не может он быть якобианом кривой. Коразмерность выше, чем у якобианов кривых. Вот. Значит, это доказательство Клеменса-Гриффитса. Ну и на самом деле этот же метод может и применяться и для других многообразий размерности 3. И вот после работы Клеменса-Гриффитса очень многие трехмерные многообразия были таким способом изучены и доказана их нерациональность. В более высоких размерностях промежуточный якобиан помогает? Значит, в более высоких размерностях он не помогает просто абсолютно.
Дело в том, что вот, как видно, в этом подходе принципиальный момент — это то, что это главное поляризованное Абелево многообразие. Если взять многообразие большей размерности, да, значит, во-первых, чтобы чтобы у вас на этом пространстве была какая-то форма, нужно, чтобы, ну, значит, вообще говоря, в большей размерности, ну, значит, во-первых, чтобы на этом пространстве было спаривание, нужно рассматривать когмологии серединной размерности, да, иначе спаривания никакого естественного не будет. Во-вторых, ну, там нужно тогда будет какой-то еще дивизор, ну... Нет. Значит, ну, тогда поляризацию на самом многообразии нужно выбирать, да, какой-то класс гиперплоскости. Ну, можно пытаться. Во-вторых, у вас, скорее всего, будет больше слагаемых, да. Ну, вот, для третьих когмологий трехмерного многообразия было всего 4 слагаемых, из них 2 занулились, остались 2, и мы рассмотрели одно из них. В большей размерности будет больше слагаемых. И почти никогда не будет такого случая, когда все, кроме 2, занулятся. Не, ну, то есть там будет что-то неалгебраическое? Что-то будет совершенно неалгебраическое, да. Ничего не делаешь, да? Непонятно. Что бы с ним можно было сделать, непонятно. Я думаю, что люди пытались обобщить вот этот метод буквальным способом, и, видимо, не особо работает. То есть вот метод промежуточного Якобиана, он очень сильно завязан на размерность 3. Судя по всему, в других размерностях он не работает. Вот. Значит, поэтому вопрос про четырехмерную кубику, значит, собственно, самое интересное, он таким способом совершенно не решается. Вообще, как бы... Ну, вот эти вопросы рациональности... Да, какая формулировка? Формулировка чего? Что, оно никогда не будет рациональным? Любая гладкая трехмерная кубика нерациональна. Значит, если кубика особая, она уже становится рациональной, ну, за исключением того случая, когда она является конусом. В случае конуса вопрос рациональности сводится к предыдущей размерности. Он сводится к основанию конуса, который кубика предыдущей размерности. Значит, если кубика особа, но не конус, то проекция из особой точки задает рациональный изоморфизм на проективное пространство. Тут все просто. А вот если кубика гладко, то в размерности 3 она всегда нерациональна. Вот это вот такой замечательный и очень точный результат. Вот. Значит, что можно сказать при n равном четверке? Значит, вообще классики алгебраической геометрии итальянские думали, что четырехмерные кубики рациональны. А именно, значит, они в какой-то момент придумали некоторую конструкцию рациональности для четырехмерных кубик, которая, ну вот примерно как в случае двумерной кубики, да, когда мы вначале доказали, что, ну, мы это не доказывали, но вначале можно проверить, что на двумерной кубике можно найти парочку прямых, а потом построить... провести вот такого типа конструкцию рациональности. Точно так же можно действовать и в размерности 4. Можно попробовать на X найти какие-то подмногообразия специального вида, а потом с ними какую-то конструкцию строить. Вот, значит, итальянские геометры что-то в таком духе пытались сделать. Значит, вот, значит, вот они считали, что на любой четырехмерной кубике обязательно найдется то, что называется квартик-скролл, такая специальная поверхность степени 4, и дальше у них была конструкция, которая по этой поверхности на кубике доказывала рациональность этой кубики. Но вот в этом рассуждении у них была ошибка, потому что на самом деле неверно, что на общей четырехмерной кубике есть такие поверхности. На самом деле несложно проверить, что, ну, то есть не то чтобы несложно, но есть стандартные теоремы в алгебраической геометрии, которые доказывают, что на общей четырехмерной кубике бывают только те поверхности, которые высекаются гиперповерхностями в объемлющем проективном пространстве. В частности,
их степень обязательно делится на 3. Поэтому гиперповерхности степени 4, поверхности степени 4 на четырехмерные кубики общей нет. Вот. И, а почему они решили, что она есть? Да, совершенно верно. Подсчетом размерности. Они прикинули, какова должна быть размерность множества всех кубических, четырехмерных кубик, которые такую поверхность содержат. И у них получилось, ну, там, грубо говоря, как это делается? Рассматривается многообразие пар. Четырехмерная кубика и вот такая поверхность специального вида на ней. Да? Из многообразия таких пар есть естественное отображение на многообразие четырехмерных кубик путем забывания вот этого S. Размерность вот такого посчитать несложно. Размерность вот этого тоже посчитать несложно. Значит, на самом деле ответ здесь 20, а здесь у них получился ответ 21. Но они решили, что если есть отображение из 21-мерного многообразия на 20-мерное, ну, оно, скорее всего, доминантное. Поэтому, скорее всего, на общей кубике такое есть. Нет, но я думаю, что я по-итальянски не читаю, поэтому точно проверить не могу, что именно это у них было написано. Но, насколько я понимаю, аргумент был такого плана. На самом деле, такие поверхности есть только на 19-мерном семействе таких кубик, зато на каждой из таких кубик есть целое двумерное семейство таких поверхностей. То есть вот тут имеется такой немножко неожиданный эффект. Такое не часто бывает, но тем не менее в этом случае именно так и есть. Поэтому их конструкция работает для общей кубической, для общей четырехмерной кубики не работает, но она дает 19-мерное подсемейство среди четырехмерных кубик, которые рациональны. Вот. Значит, со времен классиков итальянских современные продвижения состоят, во-первых, в осознании того факта, что их доказательство было неверным, и, значит, оно доказывает рациональность не для всех четырехмерных кубик, а только для подсемейства коразмерности 1. Кроме того, были придуманы некоторые другие классы четырехмерных кубик, которые рациональны. Значит, есть несколько классов четырехмерных кубик, про которые известна рациональность. Вот. Однако, значит, про общую кубику до сих пор неизвестно, рациональна она или нет. Значит, давайте тоже напишу про общую. Ответ неизвестен. Значит, общее ожидание, насколько мне известно, состоит в том, что общая кубика нерациональна. Общая четырехмерная кубика нерациональна, но разные люди пытались это доказывать разными способами. Вот даже в январе этого года появилась некоторая новая статья, которая доказывала это, но тоже с ошибкой. Рациональность нельзя как-нибудь на компьютере попробовать, чтобы он сам поискал какой-нибудь... Ну, дело в том, что бирациональные изоморфизмы — это вещь такая, ну, она в некотором смысле априори неограниченная, да? Значит, мы знаем, что это раскладывается в композицию. Проверить, что но какой длины? Простых... Вопрос же для общей. Вот опять же, они все чем-то параметризованы. Для каждой конкретной. Можно взять и просто... Я думаю, что... задача вообще... Не на С рассмотреть, а на С переменных. И тогда она станет общей. Ну, в общем, я не знаю, как можно было бы такое проверять на компьютере. Я думаю, что... Ну, никто таким не занимается. Не знаю, может быть, кто-то и занимается. Я про это ничего не знаю. Нет, ну... Не знаю. Вот. Хорошо. Да, значит, сколько у меня времени осталось? Минут 7. Так, давайте тогда я скажу, значит, такую вещь. Значит, есть
некоторый подход к этому вопросу, который строится на некотором таком гипотетическом обобщении понятия промежуточного якобиана, которое, если, ну, про которое хотелось бы верить, что оно будет работать для произвольных размерностей. Но там, значит, есть некоторые сложности, про которые я скажу. Значит, это обобщение основано на том, что промежуточный якобиан, который мы рассматривали для трехмерной кубики, заменяется на объект совершенно другой природы, а именно на производную категорию когерентных пучков. Значит, если у нас есть какое-то гладкое проективное многообразие, ему можно сопоставить его производную категорию когерентных пучков. Это, значит, такая довольно длительно, ну, довольно хитро определяющаяся конструкция. Значит, рассматриваются комплексы, ограниченные комплексы когерентных пучков на X. И это такая довольно большая категория. И эта категория локализуется относительно класса квазиизоморфизмов. Значит, получается некоторая категория, которая, то, что называется, является триангулированной категорией. Она обладает некоторой структурой, которая позволяет с ней работать. Можно написать ДБ, но поскольку я буду только ограниченными пользоваться, то я не буду ДБ писать. Вот я написал Б вот тут вот один раз и надеюсь на этом ограничиться. Вот, значит, каждому гладкому проективному многообразию можно сопоставить такую полезную триангулированную категорию. Значит, и для триангулированных категорий можно определить понятие полуортогонального разложения. Тоже такое полезное понятие. Значит, вот если у вас есть триангулированная категория Т, например, производная категория, то полуортогональным разложением для нее называется пара триангулированных подкатегорий в ней, такая, что, во-первых, из объектов одной подкатегории в объекты другой категории нет никаких морфизмов, справа налево нет никаких морфизмов, и, во-вторых, большая категория порождается вот этими двумя маленькими. То есть Т — минимальная триангулированная подкатегория, минимальная триангулированная подкатегория в Т, содержащая А и Б, совпадает со всей Т. Т, содержащая А и Б, равна Т. Ну, значит, вот, к сожалению, у меня не осталось времени все это объяснять, поэтому давайте я даже не буду пытаться это делать. Может быть, если кому-то интересно, я потом готов дополнительно про это рассказать. Значит, вот есть такое понятие полуортогонального разложения. И для любой кубической гиперповерхности, значит, вот если у нас есть, ну, вообще для любой гиперповерхности в Pn плюс 1, есть очень простое полуортогональное разложение. А именно, у него несколько компонент очень простые. Значит, во-первых, давайте считать, что D меньше, чем, меньше или равно, чем n плюс 1. То есть этот гиперповерхность с обильным антиканоническим классом. Тогда у нее есть несколько компонент, каждый из которых порождается просто линейным расслоением. Последнее должно быть n плюс 2 минус n плюс 1 минус d. Значит, во-первых, есть значит, вот тут вот мы определили полуортогональные разложения для двух компонент, но по индукции можно определить разложение для любого числа компонент. И у производной категории гиперповерхности есть разложение, в котором n плюс 2 минус d компонент, каждый из которых порождается одним линейным расслоением и сама по себе эквивалентна производной категории векторных пространств, то есть такой простейшей триангулированной категории. И плюс есть
дополнительная подкатегория, которую давайте я буду обозначать AX. И вот эта подкатегория — это в некотором смысле интересная часть производной категории. И в каком-то смысле про нее вот, можно про всю производную категорию думать как про некоторый аналог всего промежуточного якобиана многообразия, а про вот эту интересную часть, про эту компоненту, нужно думать как про компоненту Клеменса-Гриффитса. Значит, в некотором смысле который не очень просто сформулировать, значит, AX является аналогом компонента Клеменса-Гриффитса. А для трехмерной кубики, да, они как-то связаны, а именно, например, ну, для трехмерной кубики компонентой Клеменса-Гриффитса является весь промежуточный якобиан, но тем не менее его можно... в некотором смысле это связано с тем, что при определении промежуточного якобиана мы рассматривали не все когомологии, а только часть из когомологии. В некотором смысле оставшиеся кусочки, они отвечают за когомологии с другими номерами. Так они вообще пропорциональны? Ну, грубо говоря, вот если вы напишете ромбик-ходжи трехмерной кубики, он выглядит вот так вот. Значит, числа ходжи у трехмерной кубики вот такие. Значит, вот я написал все ненулевые числа ходжи. И про них можно думать как про то, что вот у вас есть две единички, и они соответствуют двум исключительным расслоениям, которые в этом разложении, в этой ситуации соответствуют. И плюс нечто похожее на ромбик-ходжи кривой рода 5. И это то, что соответствует этой подкатегории. Но вот эта подкатегория для трехмерной кубики, которая здесь возникает, она с точки зрения чисел ходжа выглядит действительно как кривая рода 5, но при этом сама кривой рода 5, производной категории кривой рода 5 не эквивалентна. И в этом в некотором смысле причина нерациональности трехмерной кубики. Значит, соответственно, возникает вопрос, что можно сказать про эту подкатегорию для четырехмерной кубики. И можно сказать, на самом деле, кое-что. Значит, с точки зрения чисел Ходжа, эта категория устроена как производная категория К3 поверхности. И на самом деле не только с точки зрения чисел Ходжа, а, например, в этой категории есть двойственность сера, которая тоже устроена точно так же, как двойственность сера для К3 поверхности. Значит, и кроме того, для некоторых специальных кубик можно проверить, что эта категория действительно эквивалентна производной категории К3 поверхности. Значит, для четырехмерных кубик вообще вот эту категорию можно рассматривать как производную категорию некоммутативной К3 поверхности. И, соответственно, имеется гипотеза, которая характеризует рациональность четырехмерной кубики, что x четырехмерная кубика рациональна, тогда и только тогда, когда AX эквивалентна D от S, где S коммутативная К3 поверхность. И, естественно, такую гипотезу разумно попробовать протестировать в тех случаях, когда ответ про рациональность кубики известен. Да? Значит, вот как мы обсуждали, есть несколько классов четырехмерных кубик,
для про которые известно, что они рациональные. Соответственно, можно спросить, верно ли это следствие для этих кубик. И это на самом деле верно. Значит, для всех известных, по крайней мере, для всех известных мне примеров рациональных четырехмерных кубик. А это вот кадри поверхность, ее можно описать как-нибудь с помощью Ходжи, там, Торелли? Можно. Нужно рассмотреть средние когомологии четырехмерной кубики. Да, значит, там у нее ромбик Ходжи устроен вот так вот. 1, 1, 21, 1, 1, 1, 1. Остальные нули. Значит, в средних когомологиях нужно рассмотреть примитивную часть. Там уже будет структура Ходжи с размерностями 1, 20, 1. Нужно чуточку поаккуратнее сделать. Вообще ожидается, что... Ладно, подробности не взяли. Я чувствую, что время уже просто полностью кончено. Я сейчас закончу, и потом могу отдельно сказать про это. Наверное, на этом как раз разумно остановиться, что, значит, вот имеется гипотетическое понимание условия рациональности через производную категорию. То, что я совсем не успел рассказать, есть еще разные другие интересные свойства четырехмерных кубик. Там, например, вот есть интересные конструкции гиперкеллеровых многообразий, связанных с четырехмерными кубиками, которые тоже на самом деле тесно связаны со структурой производной категории. И вообще это вот такое действительно очень интересное многообразие, и хотелось бы с ним хорошо разобраться. Все, давайте я тут закончу. И... Спасибо. Правильно я понимаю, что вообще говоря, многообразие в этой ситуации восстанавливается по производной категории? Четырехмерная кубика. Да, по всей производной категории она восстанавливается, да. Это есть теорема Бондала и Орлова про то, что любое многообразие фана восстанавливается по своей производной категории. То есть получается, что весь вопрос сведен к тому, чтобы понять, какие бывают изоморфизмы между изоморфизмы производных. Тут, во-первых, есть действительно некоторая тонкость, связанная с тем, что рациональность мы пытаемся характеризовать не в терминах всей производной категории, а в терминах вот этой части. Да? Вся производная категория точно рациональным инвариантом не является. Собственно, хочется надеяться, что можно так определить рациональный инвариант некоторые. Значит, есть надежда, которая состоит в том, что через производные категории и их полуортогональные разложения можно определить некоторый бирациональный инвариант, такой, что для четырехмерной кубики этим инвариантом будет просто вот эта подкатегория. И тем самым будет доказана нерациональность. То, что по всей производной категории кубика восстанавливается, это, тут, на мой взгляд, не очень существенная вещь. Хотя, возможно, она и просто по подкатегории AX тоже, может быть. Сложный этот вопрос. На самом деле, вот трехмерная кубика, например, по вот такой подкатегории AX восстанавливается. При нее можно проверить. На самом деле, по ней восстанавливается ее промежуточный Якобиан, а по промежуточному Якобиану восстанавливается трехмерная кубика. Собственно, есть надежда, что есть и рациональный инвариант такой. Нет, а просто вопрос такой. Насколько умеют проверять вообще изоморфность или изоморфность производных категорий? Это гипотеза в каком-то ключе сформулирована, да? Но она сама по себе тоже не окончательный ответ.
Вообще проверять такие вещи бывает не очень просто. Но, тем не менее, в некоторых случаях просто доказать, что такого изоморфизма не бывает. Вот, например, легко проверить, что для общей четырехмерной кубики вот эта категория не эквивалентна никакой производной категории К3 поверхности. А именно для этого достаточно посмотреть на численную группу Гроттендика. Значит, вот всякой категории можно сопоставить группу Гроттендика К0 от этой категории. Дальше для простоты можно от всей К0 перейти к численной К0. То есть, значит, на К0 есть билинейная форма, знакопеременная сумма размерностей экстов. Если по ее ядру отфакторизовать, то получается уже конечно порожденная Абелева группа. Значит, для К3 поверхности это Абелева группа ранга 2 плюс число Пикара. То есть как минимум ранга 3. А для общей четырехмерной кубики легко проверить, что численная К0 здесь имеет ранг 2. Поэтому вот уже даже на уровне ранга численной группы Гроттендика они отличаются. Вот. Поэтому, вообще говоря, вопрос сложный, но вот как бы если проверить, что это верно, то нерациональность общей кубики отсюда будет легко следовать. Тем не менее. Вот, а вообще, да, вообще вопрос непростой. Ну вот, например, для К3 поверхностей есть некоторый достаточно явный критерий, когда две К3 поверхности производные эквивалентные. Это вот в терминах структур Ходжа можно сформулировать. Вообще вопросов много, давайте остальные в личном порядке.